Тюмени начались работы по строительству центра спортивной гимнастики. Это долгожданное событие, ведь сейчас ребята занимаются в стесненных условиях. Среди них много призеров всероссийских соревнований. Две спортсменки вошли в сборную России. С улучшением условий для тренировок число чемпионов увеличится. Новый центр сможет принимать большее количество гимнастов. Подробности у Елены Стражук. Чтобы выполнять такие упражнения, Лизе Ашурковой потребовались годы. В секцию спортивной гимнастики девочка пришла в 4. Сейчас она член сборной области и призер Уральского округа. Заветная мечта – стать мастером спорта. Занималась мама, сестра – мастер спорта, брат – кандидат мастера спорта. Как часто ты занимаешься? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница я занимаюсь с 2 до 6 вечера, а в субботу с 10 до часа, до 2. Две тюменских спортсменки в сборной России. Много призеров окружных и всероссийских соревнований. В детских секциях больше 500 воспитанников. Желающих гораздо больше. Но именно столько могут вместить помещения для занятий. Департамент по спорту арендует 2 зала для мальчиков и девочек. Залы, конечно, маленькие, и по приспособлению для большего развития спортивной гимнастики у нас маловато. Нету гимнастических ям, лонж, также приспособлений, которые облегчат обучению более сложным элементам. Через 1,5 года у гимнастов появится свой дом. Общая площадь здания около 6000 квадратных метров. Новый спортивный объект построят в квартале улиц Волочаевская, Таежная, Ватутина, Дружбы. Для этого придется убрать несколько десятков деревьев. Уже сейчас начались подготовительные работы. Спортивный комплекс будет состоять из спортивно-гимнастического зала для проведения тренировок и соревнований, из малого зала и зала хореографии. Будут размещены газоны, кустарники и также посажены новые деревья. Всего будет 12% от площади участка озеленено. За вынужденную вырубку отвечает застройщик. В течение 2,5 лет он проведет компенсационное озеленение этой территории. Елена Старожук, Александр Вележанин. Тюменское время.